кто умеет и любит мечтать, посвящается наш следующий номер. На сцене дети «Синие птицы», выпускники телевизионного конкурса «Юных талантов». Стефанида Ермолаева – орган, Иван Бессонов – рояль, Настя Тюрина – балалайка, Соня Тюрина – саксофон, Женя Петровский – ударный и Влад Соломяный – гитара. И с ними вместе Йоганн Себастьян Бах! Браво! Воспитанники «Синей птицы», а «Синяя птица» помогает взлететь. Молодцы, ребята, эти аплодисменты вам. Спасибо.